Ой, Люсь, вот не бывали за границей, и не надо было, спокойно жили, спокойно. Кто ездил, все говорят, эти турагентства обязательно напарят. Да, сколько наших за границей назад улететь не могут. Да что ты, пока отдыхают, эти нарочно обанкротятся и ходу. А наши что, Маугли читала? Маугли. Говорят, он из наших. Тоже, как ты, в Турцию хотел. Совсем озверел парень. Ну, чего теперь? Конечно, напарят. Наверное, задержат посадку, всех в накопитель, несколько часов продержат. И ты, сколько не терпеть, все равно в платный туалет пойдешь. Да, вон у туалетах они и наваривают. Че, посадку объявили? Значит, на чем-то другом. В чем же их фишка? Ну вот тебе, пожалуйста, ясно. Пешком в самолет ведут. Всегда же в автобусом, да? А тут пешком. Поняла? Автобус украли. Да не, похоже, не оценил я это турагентство. Автобус мелкий для них, ты поняла? Ну, несколько метров по коридору провели, и здравствуйте, вы в самолете Москва-Стамбул. Ну, умно, красиво. Не, не автобус украли, самолет. Не, смотри, самолет посадили. В чем же фишка? Люсь, они его не украли. Поняла, почему нас по улице не везли? Да чтоб не видели, к какому самолету. Поняла мы где? Видел, у аэропорта 104-й на постаменте стоит. Вот в него завели. Да, деньги за билет взяли, нас сюда, а сами ходу. Да с нашими лохами, Люсь, что хочешь, можно делать. Что говоришь, тут не только наши? Ты про кого? Люсь, где ты здесь живого тырку увидела? Что вон, в какой феске? Да этот с нами путевку покупал. Из нашей группы, Петров. Ну, нажрался и ведро с попкорном себе на голову. Феске. Это Петров. Ты это... Никому не рассказывай, что мы как дебилы сидели в самолете на постаменте. Что взлетели? Как взлетели? Откуда ты знаешь? Облака за окном? Люсь, ты совсем дура. Какая же ты доверчивая. Облака за окном, а? Да это дай двум таджикам по 100 рублей. И будут мимо иллюминатора дай тебе облака носить. Взлетели? Скажешь тоже. Как можно взлететь с постаментом? Какие моторы гудят? Люсь, тут с нами человек 100 сидит, таких же идиотов, как мы. И у каждого билет по 6 тысяч. Ты помнишь хитрую рожу того мужика в агентстве, который нам билеты впарил? Помнишь? Ну, умножь. 100 человек на 6 тысяч. Ну, неужели он за такие бабки не погудит 2 часа, чтобы отвлечь, пока кореша до границы бегут? Что глупости? Ну, с чего ты взяла, что летим? Да, потому что обед везут. А ты на этот кусок курицы посмотри. Ну, это ж целая нога. Ты в настоящем полете когда-нибудь целую куриную ногу видела? Всегда же одни крылья. Да, у настоящего аэроплота куры без ноги всегда. Прям куриные инвалиды первой группы. Чё ты вилку взяла? Не ешь, не рискуй. Почему эти аферюги такую здоровую куру положили? Видно, больная. Водянка, наверное. Не ешь, говорю. О, черт. Зачем только я отказался твою маму с нами взять? Сейчас бы на ней проверили. Ты что, куснула все-таки? Люсь, Люсь, подожди. Не умирай. Хоть скажи, какой у тебя пин-код на карте? Нет, ты смотри, как грамотно приготовились нас напарить. Даже вон на коробочке с Женом, да? Как в настоящем полете надпись «Аэрофлот». Слушай, а может, мы и правда в настоящем самолете? Вон, посмотри, мужик взял этот джем, случайно капнул этим джемом все на руку, на татуировку, зашипела и сошла вместе с кожей. Значит, летим. Спасибо.